В мае прошлого года на Пинской ТЭЦ началась установка автоматизированной системы непрерывного мониторинга выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Она представляет собой 4 контрольно-избирательные подсистемы с несколькими типами датчиков, плюс специальное вычислительное и аналитическое оборудование. Эта система у нас, в принципе, служит для непрерывного измерения концентрации выбросов загрязняющих веществ в воздух, также парниковых газов. Мы, в принципе, что видим? Получаем информацию о величине этих выбросов, что способствует экологической безопасности сжигания топлива на Пинской ТЭЦ. Благодаря новой системе в режиме реального времени на станции ведется беспрерывное измерение скорости, температуры и давления дымовых газов. Уже скоро показатели датчиков будут видны не только специалистам ТЭЦ, а Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды. Используются 2 газоанализатора с инфракрасным фотометром и одновременным измерением до 3 компонентов газовых, а также измерением концентрации кислорода с помощью электрохимических ячеек, которые контролируют все наши выбросы парниковых газов. Если система зафиксирует превышение какой-либо нормы, то сразу сработает сигнализация, и недопустимый показатель на мониторе выделится красным цветом. На данный момент на ТЭЦ проходит тестирование оборудования и обучение персонала. Данная система с декабря месяца находится в опыте эксплуатации, идет подготовка персонала, и в дальнейшем система вводится в эксплуатацию, и работаем. Известно, что в новом году такую же систему установят и на второй теплоэлектроцентрали Пинска – западной мини-ТЭЦ.